Здравствуйте. Здравствуйте. Виктория – одинокая мама трех девочек. Третья малышка родилась совсем недавно. Женщина обратилась к нам с просьбой помочь сбором детских вещей. На этот призыв откликнулся Александр Борисов. Молодой человек – юрист и председатель общественной организации «Содействие». Мирская общественная организация социальной помощи «Содействие» она не так давно начала свое действие, 19 июня 2017 года. Помогаем малообеспеченным в выделении вещей, которые нам как бы приносят. То есть мы принимаем вещи и непосредственно отдаем, не проверяем документы. Вот приходит кому нужно, тот и берет. Также оказываем бесплатную юридическую помощь. Для Надежды Чепики, депутата городского совета, благотворительность – дело привычное. Она одной из первых откликнулась на наш призыв. Вместе с сотрудниками телеканала решила помочь многодетной семье, где маму новорожденного малыша сразу после родов направили в Якутск. Папе пришлось остаться на хозяйстве с тремя детьми, временно оставив работу. Здравствуйте. Вот, коляску вам везем. Он через храм передали колясочку для вас. А мы еще от своего клуба желаем вашей супруге за дальнейшего выздоровления, чтобы она быстрее добралась домой. Поэтому мы так немножечко тут собрались денежками. Спасибо большое. Чтобы мамочка скорее увидела деток. Спасибо, будем надеяться, лечим. Как она там? Ну, пока еще в реанимации, до понедельника лежит. В понедельник вроде как выпишут. У Александра и Анны Сидоровых шестеро детей. Все хорошо учатся и занимаются спортом. Живет семья очень скромно, но не жалуется. И чтобы поддержать их, директор совхоза приехал не с пустыми руками. Руководство УКС, где трудится глава семьи, также не осталось в стороне. Отзывы об Александре по работе очень хорошие, он надежный, крепкий, хороший товарищ, работник. На него можно всегда положиться, и в УКСе о нем только хорошие отзывы. И то, что эти люди воспитывают шестерых детей и не жалуются, несут сами свой крест, как я говорю, и при этом дети у них не бегают по улицам, учатся хорошо, занимаются спортом. Поэтому и возникло такое желание помочь этой семье, чем можем. Также мы смогли оказать помощь малоимущей многодетной семье Картамышевых. Необходимы были детские вещи, продукты и ноутбук для учебы старшей 6 детей Людмилы. Помочь семье решил один из предпринимателей города Шавкатилла Тургунбаев. Ноутбук для Людмилы мы нашли позже. Подарила его молодой специалист по ТВС Дарья Тинякова. И вам вот ноутбук для вашей учебы, успехов, чтобы хорошо все, вся учеба у вас проходила и все хорошо получалось. Спасибо. В акции нам помогали и молодые специалисты компании «Алроса». Например, Роман Чернецкий и Андрей Переселенцев помогли с доставкой одежды и продуктов семьям. На этом добрые дела не закончились. В канун празднования Дня Победы Шавкатилла Тургунбаев привез подарки для семьи Виктории. Он пообещал и в дальнейшем помогать им. Теперь я знаю, творить добро легко, стоит только захотеть. Мария Урцева, Роман Ларин, Алексей Меркулин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».